Еда – это очень вкусно. Но может ли она быть смешной? Конечно, если использовать ее для розыгрышей. Вам повезло, ведь вас ждут свежайшие пранки с едой. И я такая: «Не может быть!» А потом я поняла, что он шутит. А? Она реально по телефону болтает? Луна! Я же разговариваю. Ей это с рук не сойдет. Ты прилипла к телефону, а скатерть тогда прилипнет к тебе. Жестко. Надо скорее вернуться за стол. Ух. Эй! Что? Еще минутку. Она за собой весь стол потащила. И наш обед. Ого, какой беспорядок. Ох, как же неловко. Это научит тебя не висеть на телефоне. Молодец, Лиззи. Теперь ты в лидерах. Двойной шоколад – то, что надо. Кому нужна ложка? И вообще, это мне кое-что напоминает. Сейчас будет пранк. Что самое мерзкое на свете? Кошачьи какашки, конечно. Посмотри, что ты наделал, малыш. У тебя не просто так лоток стоит. Все готово. А, что случилось? Ты в порядке? Смотри. Меня сейчас тошнит. Давай приберемся. О, но такое бывает. Держи. Ох, отвратительно, да? Какой огромный кусок. Вкуснотища. А, Луна, ты что, ешь какашки? Не могу на это смотреть, только бы не стошнило. Боже, зачем ты это делаешь? Ах, все любители поесть его обожают. Супермаркет. Как решить, что брать? У меня есть список. О, я чуть-чуть увлеклась. Давай разделимся. Хорошо. А где стоит молоко? Ух, прости. Сыр, молоко, яйца. Вау! О, вот я неуклюжая. Не просыпалась же? Минуточку. У меня идея. Осталось немного. Что там еще? Хлопья на завтрак? Какие бы взять? Эти вроде ничего. Уверена в этом, малышка. Ты же хочешь шоколада. А, пожалуйста, не трогай меня. Мне еще жить и жить. Луна! А, ты знаешь, как меня зовут? Это ты, Лиззи. Хочешь поиграть? Я в деле. Ха-ха-ха, она купилась, не правда ли? Сюрприз! А? Что случилось? Я ее до смерти напугала! Сработало! Как просто! Лиззи? Отлично сыграно, подруга! Луна теперь лидер! Совместная трапеза – отличный повод поделиться новостями! Ого! Круто! Эй! Хватит махать мороженым. О, нет. Бегите и прячьтесь. Мороженое летит во все стороны. О, Луна. Посмотри, что ты натворила. Прости, я так много жестикулирую. Пропал мой новый наряд. Хотя, наверное, это можно отмыть. Или лучше сначала повеселиться? Возьмите кусочек мыла и насадите его на палочку. Растопите шоколадные чипсы и погрузите мыло внутрь. Убедитесь, что оно полностью в шоколаде. Не отличить, правда?
Луна! А какой из них? Даже не знаю. Держи, подруга. Спасибо. А какой это вкус? Ба! Мерзость! О, как счистить это с языка! Вот умора! А у меня настоящее. Вот и ничья. Обед готов. Лапша? Выглядит аппетитно. Немного суховато. Передашь кетчуп? Спасибо. Чисто для безопасности. Фух, обошлось без пранка. Как хочется пить. О, отлично. Никаких трюков. О, да как я могу? А впрочем... Вау! У нас тут гейзер из коробки. Когда это закончится? Я едва дышу. Это твои проделки? Ух, это было подло. Зато Луна заработала одно очко. Ю-ху! Убираться веселее в танцы. Ох уж эта уборка. Лиззи очень увлечена. Я лет на 10 постарела. Вот так. Луна? Наверное, показалось. Она опять увлеклась. Отлично. Вот и мой шанс. Она где-то здесь? Я начеку. То, что надо! Сначала опустошите бутылку, затем залейте внутрь синюю колу. Выглядит аппетитно, не так ли? А теперь за уборку! Стоп, это же Луна! Самое время, скорее! Что-то она притихла. Заходим. Тихонько. Ха-ха, она меня не видит. О, Лиззи, ты же в курсе, что оно ядовитое? Это средство для стекол. Да ничего мне не будет. Это кола, видишь? Ты меня снова подловила. О, да. Вот так. 3-3, подруга. У нас ничья, леди и джентльмены. Веселые розыгрыши – залог дружбы. Не можете жить без розыгрышей? Тогда вам наверняка пригодятся идеи из этого видео. Не забудьте поделиться им с друзьями. А это вы уже видели? Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.